Всем привет! Сегодня мы приехали в парк Сокольники посмотреть на собак породы хаски и просто с ними поиграть. Надеюсь, будет очень весело, прикольно. Ну что, пойдемте. Друзья, купили мы уже билеты. На одного человека стоит 150 рублей. Идем мы через автокемпинг. Так, фокус у меня что-то не хочет работать. В таких вот автодомах живут люди, туристы со всего мира приезжают. Такие домики вот здесь тоже есть. Вот киска идет. Ты моя красивая. Девочка или мальчик, кто ты? Ой, моя какая красивая. Ой, смотри. Смотри на камеру, посмотри, мои хорошие, посмотри. Ну посмотри на камеру, посмотри. Как тебя звать? Не хочет смотреть. Посмотри на меня. Не хочет, да? Не хочешь показываться. Ну ладно. Тебя вот так сниму тогда. Вот. Ой. Ой, так холодно на улице. Друзья, давно не укладывал видео, решил вот что-нибудь показать вам, куда-нибудь сходить. Мы все приближаемся, приближаемся, ближе, ближе идем. Погода такая, не теплая уже. Листья уже все опали. Не знаю, что ожидать нас. Наверное, будет что-то интересное. Что-то будет интересно. Там дети вон уже. Ладно, идем. Ну что, друзья, заходим. Вот информация, значит, хаски, табличка, все. Так. Вот это прикольно. Это типа живой олень. Такой вот красиво. Как интересно. Нас встречают. Здравствуйте. Ой, там кто-то спит. Друзья, рассказывают нам нашу историю. Про чукчи, про чукчи. Тут вот нарты называются. Нарты, да, нарты называются? Нарты. Ага. Это легковые нарты, которые идут в упряжке с оленем. На оленях упряжках мы делаем гонки тоже. Вот эти вот нарты именно идут в упряжке. Прикольно. А вот те вот тут грузовые нарты называются. Груз тащит. Тащит груз на оленя. Заходим, значит, внутрь. Видите, у нас по центру расположена самая главная тренога, именно вот этой яранги. И прежде чем поставить ее, мы выбираем место с помощью ветки ивы. Если ивочка поникла вниз, это плохое место. Ивочка поднимается наверх, хорошее место. И эту ивочку вешаем вот на эту треногу. Это первая защита от злых духов, чтобы злые духи к нам не заходили сверху. Вторая защита от злых духов у нас окрепление кровью оленей. Вот они, оленьи шкуры. И окрепляем кровью вот это вот треноги. Вторая защита от злых духов. И последняя защита от злых духов у нас окрепление крови идет вокруг яранги, снаружи. Это самая главная защита от злых духов, чтобы злые духи к нам вообще не подходили и не тревожили нас. Злых духов мы благодарим, задабриваем, чтобы они нам не вредили. Добрых духов мы благодарим, что они нам помогают. По центру у нас горит костер, дым выходит через верх. Вот это покрытие называется ретеп. Тоже шьется из оленей шкуры. Это брезент сейчас. Но все шьется из оленей шкуры именно. Это нерпа. Вау, как прикольно.
И на одно жилище у нас уходит 250 оленей. Офигеть. Вот если у нас все делается именно с востока на восток, то двери тоже у нас смотрят на восток. И в западной части располагается полог меховой. Это комната, где мы спим. Шьется тоже из оленей шкуры. И в течение 4 лет шьется новый полог. А этот старый полог распускается и шьется вот этот вот ретеп. Угу. Прикольно. И в этом пологе еще располагается свечка. Жирник по-нашему. Делается из нерпичьего жира. Угу. Наливается в чеплашку, ставится фитилек, поджигается и горит вот этот нерпичий жир. Он располагается именно в пологе, чтобы было тепло. Прикольно. Там тепло достигает от 16 до 20 градусов. Можно спокойно раздеться и спать. Здорово. Спим мы тоже на оленях шкурах. Сначала кладутся ветки, потом кладутся несколько слоев шкур. Она очень теплая, очень ноская. В одной яранге живет от 4 до 5 человек. Семья. И у нас в тундре ставится не одна яранга. Так как у нас 2000 оленей мы пасем, естественно, мужчина у нас пасет оленей. И у нас несколько яранок, от 4 до 5 яранок строят, ставятся. Семьями живут. И они живут именно в тундре. Летом бывает температура 16-25 градусов тепла. В южных местах бывает 35 градусов. Зимой бывает минус 30, минус 40. Минус 50. И зимой мы ставим именно меховые палатки. Тоже шьются из оленей шкуры, только меховые палатки у нас ставятся. Внутри палатки ставится печка-буржуйка. Прикольно. Все у нас дрова заготавливаются каждое лето. У нас лиственница растет, у нас ива растет, у нас карликовая березка растет, сланик растет и кедр. И везде у нас расположены именно шкуры оленя. Везде. На шкурах оленя. И вот этот вот ретема, он не пропускает холодный воздух и не выпускает теплый воздух. Здесь, когда костер горит, здесь тепло. Ну да. 16-20 градусов здесь может подняться. Ну, комнатная температура практически. Да. Население у нас маленькое. Всего 60 тысяч населения. И у нас в Чукотке живут несколько национальностей. Чукчи, эскимосы, юкагиры, эвены, ламуты. И самый маленький народ – это керики. Их осталось всего 5 человек. Так мало. И есть береговые чукчи, есть тундровые чукчи. Я тундровой чукчи, я пасу оленей. А береговые чукчи, которые живут на берегу, добывают моржа, кита, нерпу, рыбу, морского зверя. И они живут на берегу, они не кочуют. Они идут на вылов вот этого морского зверя. И, конечно, нам помогают пасти наших оленей наши собачки. Полетели к собачке. Пойдемте. 10-15 лет она живет. Конечно, ну, прилично. Вот они маленькие. Ой, собачки, какие! Которые, вот они выскакиваются пустые. А это тоже хаски? Это тоже хаски. Ань, смотри, какие глаза голубые. А вот это отличается вот от остальных. Ой, как много. А, вот они, да. Ага, больше как-то вот. Так вы вкусно пахнете. Вот эти вот хаски, все хаски, они все будут ездовые, они все будут идти в упряжь. Как тебя звать? Тесто на сырое мясо, вот этих полуторамесячных. Полтора месяца. Полтора месяца, маленькие еще. Такие, да, такой взгляд красивые. Такой вообще. Вот, это серьезно. От 10 до 15 лет. Собака ест сырое мясо и в сыром виде. Ну вот это вообще ест. Шикарно. Да. А потом выставка закончится, они платят. Нет, здесь уже живем давно. Давно? Да, мы уже с 2000 года. О, живем. Как уже, 15 лет, мы даже не знаем. Нет, мы стоим на Никулиной горе, мы совсем молодой здесь парк открылся. А, ну да. 16 мая тут открылся парк, вот этот хаский парк именно. Ну, конечно, вот эти маленькие щенки еще, и еще вот эти уже взрослые щенки, им еще
собачки. Так интересно вообще, друзья. Привет! Можно, трогать можно. Иди ко мне, иди. Можно тишка? Иди. Разные глаза. Собака идет в упряжке именно от 6 до 8 собачек. Впереди стоящая собака идет вожак или вожачка. Так, пойду дальше. Отдыхает. Привет. Спать хочешь, да? Ой. Балу. Балу? Балу. Рыженький — это бриз. Балу видно, да, что он такой крупный. Да. Крупная собака. А глаза какие, посмотри, как у человека. Звездочка у нас дальше идет. Нос какой, смотри, какой. Шериф. Нос какой необычный. Шах и шей. Тихо. Фу. Между собой, да, вот там он. Вот. Ой, ну так здорово, ребят, слушайте, ну вообще. Такие глаза у них, ну просто обалдеть. Пошли, вот мы ее не погладили. Привет, 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 моя девочка. Как у тебя дела? Как у тебя дела? Как у тебя дела? Тебе не холодно? Тебе не холодно? Ну что, Махар? Ой, ну вообще. Вот это глаза вообще. У нас три города. Ой. Анатоль, Тибет и Белик. Не-не-не-не-не-не-не. Ой, красота ли какая. Ой, ну вообще. Уменьшается и уменьшается, и прибавляет. И так, и так. Да, потому что... Блин, надеюсь, я нормально заснял, все получилось. Там телевидение ходит. Ну, в общем, здорово вообще. Друзья, идем к взрослым собачкам. Привет! Вот это вот Ника. Ника. Умка ее зовут. Умочка. Ой, какая красота. Ника. Ника. Вот она, черная Ника, это Умка. А, это Умка. 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 Умочка. То есть вот это вот у них такой вот свой рост, да, такой взрослый, да, собачек? Да, да, умка. Вот она больше расти не будет, она и год. Ой, какая ты, ну, хорошая. Вот это вот взрослая. А вон тут взрослая особь, у нее 5 лет. Привет. Давай, лапа, лапа, давай. Ты моя хорошая. Посмотри на меня посмотри. Ой, какая хорошая. Давай, лапу, давай. Лапу дает, такая умная. Ой. Ой, балдеет. Вот, самец, да? Самец. Вот. Ой. Этот помет, вон тот вот помет. Это его помет. А-а-а. Такая морда. Ну, видишь, он крупный такой, у него морда крупная, да, такой, ну, серьезный вообще парень. Да, серьезный. Ой, серьезный, не могу. А как его зовут? Юра. Страшно. Шкурка прыгает. Он вообще рыжий у нас. Рыжий, да? Вот сейчас он меняет окраску, видите? Белая краска уже темная становится. Среди них, она среди них вот самая активная, самая борзая такая. Она такая и очень сильная. И они вот эту вот цепь могут спокойно сорвать. Тоже погладить надо, да, кросс? Ладно, не знаю.
карает, смотри, что делает. Зачем завалил кросса? Вставай. Карает. Смотри, что делает. Они дерутся? Нет, играют. Сейчас не дальше так. Балу. Балу. Что-то кушает, грызет. Смотри. Ко мне не подошло. Все, разлегся. Ему хорошо. Вот так все вырубает. Наши собачки, которые... Пристает. Какие красивые. Ты свернула себе как лиса. А как же он с ними интересно бегает? Ты прямо за эту цепь же берет. Ну у них же есть специальные там эти, как они называются. Здесь кто-то бегает с ними? Ну конечно, они же... Пойдем этих посмотрим. Он спит. Подходить не будем, будет страшно. Нету проводника, ушел на 5 минут. Этого нам еще не представляли. Да. Привет, как у вас дела, мои хорошие? Как у вас дела? А это тоже молодежь, видишь, мечты, да. Наверное, да? Я прям сдернулся. Смотри, они есть тоже коричневые, смотри, mm-hmm. глаза, а есть вот такие, светло-голубые. Вот у этого коричневые, видишь, справа. И те красивые. А это очень красивые. Вот это все. У них сам взгляд, что, ой, какая миленькая, как тебя звать? А это серьезная вот это вот, серьезная. А это вот, смотри, серая, это вот типа... Друзья, ну что, все, мы посмотрели на собачек, поиграли с ними, пофотографировались. Очень все нам понравилось, просто шикарная экскурсия. Ой, так холодно, руки замерзли снимать. Но я все равно продолжаю снимать, чтобы все показать вам. Ставьте лайки собачкам, маленьким и большим. Вот. Подписывайтесь на канал. Спасибо большое, что просматриваете мои видеоролики. Мне очень приятно, спасибо за ваши очень хорошие комментарии. Мне очень приятно, что вам нравится. Вот. Ну что, увидимся в следующем видео. Подписывайтесь и рекомендуйте канал своим друзьям. Все, пока-пока.